long since I first met you, and all those things you brought to me. The joy, the noise, the gravitation is pulling me back to where you're at. Не нуля, как он на нее смотрит. Вообще, посмотрите, я не могу. Она такая: да-да, все мы знаем, как вы действуете, мужики, под моими феромонами. Да, я знаю, лучше давай жуй. Наверняка вы уже заметили очень много всего, что произошло. Апдейтов просто не оберешься. И я тоже, пожалуй, с ними выпью за компанию. А чё бы не? Я вообще так хочу хот-дога. Но вот знаете, когда... Нет, Айви не беременна, не подумайте. Это у неё спазм, у неё, короче, bloody days месячные. Да. И на чём я остановилась? Я хотела выпить, да? Не обессудьте. Короче, когда у вас приготавливаются в духовочке запечённые овощи, это похлеще всяких хот-догов-то будет. Особенно, если они еще с мяском. Чем не жрете? Пялитесь друг на друга. Кого-то ждете? А вот наш звезда сегодняшней серии. Просто здрасте, мужик, на котором мы собираемся вообще выйти замуж. Да, не жениться. И мы сидим сейчас на крыше одного из контейнеров, которые приволокли сюда. Я поиграла за кадром пару дней и смогла смастерить вместе с этими чуваками и с помощью... О, боже ж ты мой! И с помощью сил Айви очень много всего. Теперь у нас... Давайте я уберу эти все шейдеры. И да, у меня на самом деле очень много есть, что вам рассказать, включая и нашего сегодняшнего гостя побитого. Да, мы ему смогли надавать... по щам за то, что он нас обидел. Несмотря на то, что он как бы все еще привлекателен нам, вроде, да? Вот, да, крайне привлекателен. Я была права. То он из-за ранее принятого решения коллективного по поводу драк без правил взял и испортил с нами отношения. Теперь, как видите, тут вообще все плохо. И я не знаю... выражать безмерное участие. Давайте попытаемся хоть как-нибудь пожалуемся. Не, нормально у нас работает. Кстати, я немножко поиграла за кадром эти пару дней. И сколько, кстати, у нас здесь осталось? Ой, куда? 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 6 дней. То есть у нас, по сути, практически 2 дня прошло. Я хочу попробовать восстановить романтическую связь, потому что мы как бы моем. Будем обольщать, ибо он может нам попросту отказать. А нам как бы, ну, ты маску решил стырить у Айви, да? Глину себе на этого наличка. Маску из глины. Ой, как птички шуршат. Ну, смотрите, пошло говно по трубам. Ладно, он, в принципе, милый мэн. Мы его будем использовать чисто в своих корыстных связях, умыслах и домыслах. Говорить о травле... Кстати, было бы очень интересно, поскольку Айви у нас как бы должна своими силами вершить правосудие на этой земле. Мы должны как-то траволечение начать учить. То есть нам надо в Гранит Фоллс, я подразумеваю, мы когда-нибудь туда точно отправимся. Господи, смотрите, что там делает за человек идет. И он как бы шел оттуда, вот как будто по воздуху. А куда это мы собрались, а? Чаёчек. Ты чаёчек решил взять, нет? Ай, ну хрен с тобой. О, все нормально. Давайте предложим посмотреть на... Где они были, эти сраные облака? Давайте повосторгаемся с уговорением. Смотрите, к нам... Ты смотри, как быстро под силы. Вообще, чувак, наверное, понимает, зачем он здесь. Говорить о пользе сна на ноги... Да шо ж тебе не имется никак. О, он с нами заигрывает. Нормально, нормально, мне нравится. Мне нравится твой ход событий. Вот, предложить посмотреть на облака. Мне очень... Ну да, давай провалимся. Обожаю эту камеру в Симсе, просто великолепно. Когда ты на верхушке, они куда уйдут? Вниз? А, это-то еще, вам здесь мало места, да? Ну ладно, пока они там спускаются... Ух ты как, а ты ему на плечи прям села, да? Во, как надо спускаться, девочки, кадри мальчиков.
Знаете, что интересно? Вот здесь есть нормальная, обычная тайная лестница, чтобы у нас некоторые новые... Я не могу, это просто нечто. Я заскринила, с вашего позволения. Просто когда ты села мужику на плечи, на шею... Ой, это так забавно было, никогда такого не видела. И думаю, вы тоже. И если это не попадет на заставку, то я не знаю, что я вообще-то поставила. Так, раз уж такая Марина подъехала, давай расспросим его о коммунальных услугах. Не хотят они у меня в траве лежать. Польстим немножечко. Я восстановила нашу Айви, теперь она вся полная, ничего от нее не отвалилось. Все хорошо, все собралось. Прекрасно. Где... О, можно попросить... Нет, ну мы не будем, нафиг ты мне тут надо. Так, все, вот они, облака. Наконец-таки не смогут лечь в этой траве, потому что именно только здесь им понравилось это дело все проводить. А ты куда? Ага, то есть трава вам уже не ок. Вы хотите... Ну ладно, можно и здесь, почему бы и нет. Еще такой синхрон я прям не могу. Еще вместе в небо потыкайте на облачка. Належались до такой степени, что она аж захотела как бы в туалет. Ну что, не держи ее. Пускай идет женщина себе. А мы наше новоселье юного Чингоки, который куда-то пропал, отметим немножко погодя. Да. Я не понимаю, это что нами... А ты что так это ухмыляешься, а? Может, ты того? Тоже западаешь на мальчиков? Э? Ой, опять они пали. О, у нас карусель, карусель. Теперь мы на твоих плечах. А чё бы да? А чё, сначала на одних вон плечах посидели, теперь на вторых. Смотрите, как это уморительно смотрится. Какой кадр вообще, ты смотри. Он довольная жопа, господи. О, май гад. О, май гад. Радости сколько, а всего-то надо было вылезти кому-нибудь на плечики. Да, Айвс? Шестяк. Теперь я обожаю эту лестницу еще больше. А прикиньте, если у нас очень много здесь будет жить, это ж вообще какой кайф будет. Ну, смотрите, там зеркало, мы можем за ней подглядывать. Хотя, что не подглядывать, она всего лишь в одной футболке, так что ми. Заодно давай ты примешь душ. Быстро искупаться... Нет, давай душ примем. Я не знаю, что ты так воняешь? Тебе, может быть, да вроде все хорошо. Через 9 часов свежесть тампона или прокладки закончится. Типа тампон, ну неважно. Такие уже мелочи жизни. В общем, у нас здесь вот такой вот краник. Здесь он стекает все в канализацию. Я не знаю, как она там проведена, но как-то да проведена. Мужики справились с помощью вот этой вот женщины. Женщина, опс, заправляет миром. У нас там ток бьет непонятно откуда, как бы... Эй. В общем, и здесь есть бутылочка с мылом, которую ты можешь взять, почистить зубки с мыльцом. Здрасте. Это наш новый соседушка, да. Пошел, наверное, жрякать. И давайте я отведу вас наверх, потому что это прям мое любимое здесь место для тусы. Здесь мы вкусно кушаем. Вот ты убирать начал. Нет? Такой, да ну нафиг, пока Айвс не смотрит, я поеблую, да. Короче, здесь у нас пепельничка, потому что кто-то очень любит этим делом заниматься, понимаете ли. Вот да, что вы о нем не знали, так он заядлый еще тут курильщик. Угу. Милый такой, а вот подсел на вот это дело, да. Здесь у нас еще всякие ням-ням-ням стаканчики с вкусняшкой содовой, а возможно соджа. Что там? О, два мужика сошлись на крыше. Ух! Здесь такой миленький мини-барчик, который просто как макет, чисто декорации, красиво. Всякие коробочки, винишко, рефрижератор. О, рефрижератор сюда можно занести, и вообще будет шикосно. Хотя они нормально так, знаете, справляются готов с готовкой вот здесь. Они что тут наверху собрались пока? Айви вон там купается. Кстати, за ним можно понаблюдать. Вот здесь. Вот здесь можно понаблюдать. You know what? Нет, она не беременна. Это все еще месячные. Вот так выглядит уютно маленькое
подмывалки. Как бы, да, все есть, все блага цивилизации, туалет и ванна не очень-то хорошая, видать, ее нашли вместе с тем же холодильником на свалке, да. А именно так нас учат здесь выживать. Покопались в контейнерах этих огромных, и все вот нашли. Здесь уже кучу вещей притарабанил наш новый соседушка. Нет, не этот, а Чонгуки, которому в прошлой серии предложили, как бы стать нашим соседом, жить здесь, приютить его. Сделала ему вот такое вот логово. У нас пока света нет. К сожалению, не могу показать, как это все красиво смотрится. Мы его купим, уже вон накопили много грязного бельишка. Смотрите, как красиво оно все испаряется. Здесь уже притарабанил несколько своих книг. Вот явно, да? Понимаете, чем мужик увлекается, да? Всякие японщины. Окей, окей. Здесь комикс DC на стенке, потому что стенка облезла, все ужасно, некрасивое. Вон старые какие-то чемоданчики, чебиточки, ботиночки, во. И вот этот самый холодильник, это все дело работает, я проверял. Теперь вот этот молодой человек здесь будет обитать. Ну, только надо предложить ему быть соседом, потому что мы вот совсем недавно закончили. Несмотря на кучу вещей, которые он здесь притарабанил, с коробками и с его обувью. Это плита, которая, кстати говоря, функционирует, представляете? Я вот смогла, вот это все, да. И у нас есть маленький сюрприз для нашего Чонгуки-мена. Еще очень много сюрпризов. Господи, Айс, не умирай там, прошу тебя. Вот какой сюрприз он нам приволок. Я еще вас познакомлю. Я еще не определилась, куда его засунуть, этого маленького пухнатого... Да что такое? Мохнатого чудовища. И вообще все так, знаете, очень лампово. Прям Илья заценил. Так, Айвс, иди сюда. Забери вот это себе в багаж. Сейчас найдем Чонгука. Я думаю, нам придется пойти вниз. Хотя, блин, мы голодны. Давайте я вам покажу, как это. А не, мы голодны, и мы, в принципе, давай сюда вместе пойдем. Доедим свой гамбургер. Вернее, хот-дог. Я хочу, чтобы вы еще выпили. Нельзя пригласить, к сожалению, но мы можем пригласить за стол, как бы сесть у всех. Давайте вот так вот пригласим. Потом вот это будем кушать. И наши мужики придут. Вот так вот сооружение все смотрится издалека. Вы уже явно заценили, как это все дело. Красивенько, все няшненько. А ну поставь тарелку, во! Ну, фу, да фу ты, ну ты. И вот это еще возьми, пожалуйста. Сейчас еще будет ходить с этими тарелками 100-500 раз. Ах, еще вот того подбитого подождем, посмотрим. Короче, у нас сегодня такой человый день, потому что мы все это время трудились, как не пойми кто. А что ты так это, туда-сюда танцуешь? Нюм, ну ладно, нюм так нюм. Помочь исправить плохие отношения с Тиной. Интересно, кто она тебе такая? Не твоя ли? Она знакомая, возможно, по родственной связи. Кто его знает? Давай узнаем его лучше. И нет, не надо с молодым человеком про такое разговаривать. А чё ты не можешь доесть? Ты оборзела? Хватит! Хватит себе накладывать хот-догов. Господи, я так не вижу, когда камера вот так вот улетает. Это моя боль. Может, хватит набирать, а? Просто ешь. Ешь, пей и ни в чем себе не отказывай. Вот, был душевный разговор. Мужик нас бросил, очевидно. Ну да ладно, ничего, мы еще с ним свидимся, не переживайте. У нас сегодня в целях захомутать этого мужика. Всегда нам надо еще постирать одежду. Чё ты? Ай-я! Чё ты такое маленькое, э? Ты ж был большой. Ты был большой мужик. Ладно. Так, я хочу тебе вручить один подарок. Я знаю, ты это дело очень любишь. Да и, в принципе, нам как бы насрать. Держи. Мне очень интересно, будет ли он его использовать, как бы без моего ведома, но вот, да. Он такой, как ты разузнала, но... Ну да ладно. Так, соседи по комнате, просить стать новым седом по комнате. Проси. Давай, все будет хорошо. Ну все, он такой, да, понятно было, что этот контейнер ты не для своего нового хахаля.
готовишь. Ура, мне не терпится стать вашим соседом по комнате. Если вы освободите немного места в моей кровати, я смогу перевести. Да, ты уже перевез свои вещи. Алло. Ты мне так и не ответ. Да я не должна тебе отвечать, женщина. Давайте назначим эту кровать. А что я не могу назначить? А как это работает? И убежал. Сразу же. Молниеносно куда-то чкурнул. Ты на пробежку? Аль как? Странная реакция на то, когда тебя приглашают быть соседушкой. Вот так вот и живем. Начать собрание. Странно, почему-то я не могу выбрать ему кровать. Прям очень странно. Ну да ладно. А он побежал переодеться уже, смотрите. Все. Готов к исполнению своих обязанностей. Мэм, спасибо за подгон. А ну-ка, подойди ко мне. Я хочу на тебе испытать еще одно действие. Возможно, так ты сможешь быть моим соседом. Фиг знает, может, у меня мод сломался. А может, так и надо. Непонятно. А ты можешь ко мне подойти, а? Сука проблем, господи. Сука, радости! А что, у нас жарко на улице очень, да? Что ты так приоделся? Или просто уже все вещички грязные? Короче, посмотрим, где он будет спать. А пока давайте мы... А что, вздремнуть нельзя? А я хочу вздремнуть. Ладно, она, походу, очень сильно спать хочет, поэтому давайте ее отправим. И пока понаблюдаем за нашим новым соседушкой. Соседушка, не хочешь постирать свое бельишко? Оно уже тебя тут запахлось. Мне так нравится, Симы переодеваются ну, постоку-поскоку. Захотели, переоделись, да. И все как бы очень натурально, надеюсь, смотрится, что это чисто у нас из говна и палок сделано, то есть нашли доски, обложили, чтобы хоть как-то можно было отделить ванную комнату со спальней-кухней. Местом для маленького пушистого зверька, с которым я, конечно же, хочу вас познакомить. Она постоянно куда-то сбегает. Это маленькая кракозябра, я прям не могу. Вот так вот это все дело смотрится издалека. Мы еще поставили одну солнечную панель. И мне очень нравятся вот эти вот наименования. Private room. Как бы комната частная. Понимаете? Частная комната. Никому нельзя. А почтовая скринька. So many smiles begin with you. Так много улыбок начинается с тебя, говорит он. И, в принципе, здесь тоже можно взять почту, показать сведения о счетах, что у нас здесь вообще в минус мы пошли. У нас все, короче, поломалось. Чингуки бедный все ходил, чинил, но как бы с тем учетом, что у нас автоиспользование света было, мы, короче, все просрали. Шли в минус, и я не знаю, вот этих генераторов мало. Вот этого всего мало. Нам надо бы еще добавить топливо. Так что мы проснемся, этим делом позанимаемся. У нас 5 дней. Guys, 5 дней осталось до того, чтобы захомутать себе какого-то мужика. Ну, он пришел сюда явно убирать. Они очень полюбили это место, постоянно сюда лазят. И я, в принципе, очень довольна тем, что у меня здесь получилось. Это, конечно, все не до конца сделано. У нас как бы деньги не резиновые. Хотя вообще можно побежать, какой-то банк ограбить. Но пока выживаем как могем. Тем более у этого молодого человека очень много интересных идей появилось о том, как можно зарабатывать бабосики. И почему бы и да. Вы купаете, пока мы спим, он стоит... Просто сучкует. Мне интересно, если перестать как бы все, закрыть наш клуб, то все, он не будет убирать, да? Давайте попробуем. Маленькая Айвс теперь наконец-то спит со своей стороны. Я немножко разгребла ее сторону, и, как вы уже заметили, немножечко все прихорошилось, вот добавились вот такие вот прекрасные декорации. О, время пошло мотаться. Ну да, пока Айвс спит, чё бы, да. Опять убежал. То есть ты жить у нас не собираешься, да? Окей.
Ладно, давай ты ночью поспишь. Вроде немножко перекирнула, нормально. Это было обалденно. Чи-чи-чивой. Короче, вот поставили для садовода. Она же у нас садовод маленький. Вот такую вот красивую штучку. Не знаю, чтобы она здесь что-то делала, копала, гребалась в своих растениях. И контейнер. Контейнер как бы часть из тех, которых мы вот поставили вон туда. Вон туда, там более новый, конечно. Вот, да, вот так вот. Мне интересно, что, ну, кивающийся не будет. Он, наверное, к своим друзьяшкам побежал сгребать свои остатки одежды и всякого такого. Что означает кнопка опасна? Мне интересно. Короче, у нас есть еще задание, как бы насрать на этих мужиков. А, ну вот, да. Давайте автоматический режим. Давайте все нафиг выключаем. И будем что-то перерабатывать. Вот у нас есть кукла Вуду. В принципе, можем с ней поиграться. Почему бы и да. Миска для напитка из кавы. Вот нафиг она нам нужна? Давай ее переработаем. И все. Посмотрим, что у нас из миски будет. И я поставила везде вот такие вот маленькие беленькие светильнички, включая и наш дом, чтобы хоть как-то было что-то видно. Во тьме ночной, непроглядной. А то здесь вообще контейнер глухо, ни окошко тебе, вообще ничего. Мне так нравится, прикид Айвс, просто вообще такая львица. Так, у нас по работе получить вторичное сырье нужно и деталь для звукоулучшения. Вот я вообще не знаю, как ее получить, что надо переработать, чтобы ее получить. Ну, у нас есть ли улучшение сантехники, но это как бы еще рано, мне кажется. Это все не поможет, и у нас нет, в принципе, того, чтобы могло нам помочь здесь. Поэтому у нас есть заветный баг. Давай поискаем мебель и декор потом. О, отлично. Сырье есть. Ага. Окей. Посмотрим, какая вскопается в мусорном баке. Очень, наверное, забавно, интересно и офигенно. Кстати, вот, наконец, я поставила мойку. О, май. О, май. О май! Забавненько получается. Хорошо. Как я хотела мойку, потому что как бы после того, как полазишь здесь в мусорке... Дико да, что вы такое говорите? Давай попьем водички. Во, сильвадорадский стул. Замечательно. Багаж семьи. Хорошо. Вымоем зубы, почистим зубы. Вымоем зубы. И зубы вымоем, и руки вымоем. Все почистим. И хочу переработать стула. Нам не особо оно нужно. Посмотрим, что мы можем из дерева добыть. Я не знаю, как Чингуки собирается приходить домой. Почему котейка наша вообще аж черти где? Ну. О! Ты велик где-то раздобыл? Ты вообще монстр, смотри. Господи, такой милашка, такой вообще няшка. Я не могу посмотреть. Ну это не любовь разве? Просто расскажите мне в комментариях, как бьются ваши сердца о пол. Разбиваются, падают и разбиваются от этого корица. Мое уже давно разбилось. Или я не слала? Мне, кстати, еще так нравится небо ночное со звездами. Оно такое прекрасненькое. Эх. Чё, не робит твой драндулет? Или ты не знаешь, как ездить? Признавайся. Такой стоит чисто. Можно я уже поеду к друзьям тусить? А то мне как-то здесь скучняво. Забавный парень просто. Вот теперь нам точно нужен новый тампон или прокладка. Поэтому пошли сюда, поменяем. И, блин, тебе бы прикусить, да и спать. Давай ты вздремнешь хорошенечко. Что, ты выпить хочешь, да? Коктейль. Коктейль-бар. Ну, попозже, хорошо?
приготовим без удобств яйцо с тостом. Чё, я люблю вкусную еду, особенно если она только что приготовлена. Ты проходи, не стесняйся. Проходи, проходи, всё хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Эх, Чингуки, всё, будешь ты спать, не знаю где. Отлагаешь вообще, не? Так, Айвс там своими делами занимается, страдает бедная на туалете. Эх, как мне тебя жаль, мадама. Это просто какие-то страдальческие, многострадальческие дни, мадам Плюща. Ну что ты у нас там делаешь? Давай ты уже как бы переоденешься в нормальную одежду. А ты чего вот это все, понимаешь ли? Вот, хотя без рюкзака будешь ходить. Да, да. Твоя новая берлога, так что будь добр, убирайся здесь. Ага, надо же подумать, где его еще помыть. Ну, как бы вот здесь вот краник. Ой-ой, а ты чувствуешь? Опять у нас какие-то проблемы? Проблемы с доступом, ну ладно. Проблемы с доступом к вот этой вот херни. Ладно, давай чистим, сделаем себе хотя бы кофе. Окей, нафиг. Нафиг яйцо с тостом. Давай приготовим кофе, потому что мы особо-то не выспались. И возьмем закусочку. Что мы возьмем такое вкусненькое, чтобы на ночь... Давай йогурт. Мне очень нравится кушать йогурт перед тем, как эти спадки, особенно с бананчиком, или даже молоко с бананом и арахисовой пастой. О, Чангуки, тут тебя зовет кран, чтобы ты его помыл и починил, конечно же. Кстати, нам нужны детали... Нам как-то нужно получить деталь для эко-улучшения. И я хз, как ее получить? Ты куда пошла? А можно не надо убирать и мыть? Генеральное безумие. Это, конечно, все хорошо, сидеть на плечах у людей тоже хорошо, но... Ой. А, ты сама решила даже, да? Вот, несмотря на то, что я тебе отменяю, ты все равно хочешь, окей, хорошо, вообще, без вопросов. У меня вот этот маленький мой любимый растенецо был большим. Зашла в игру, он такой маленький. Я не понимаю, что такое, что происходит. У нас нейтральный экослед, пока мы здесь убирались, туда-сюда ходили. Давай, делай кофе уже свое. То он опять у меня сделался маленьким. Он у меня был большим, а теперь он маленький. What the fuck? What's wrong? I don't know. What the heck? О, смотрите, пошел чей-нибудь. Господи, просто святой человек. Скринчики на память. А как бы да, да. И овсянку возьми свою. Или что там? Йогурт. Давай, давай. Страдает мадама моя. Просто не по-детски. Напишите, пожалуйста, если у вас, возможно, были какие-то проблемы с модом на соседство. Я не знаю просто уже, что делать. Как ему кровать его организовать, чтобы он понял, что это как бы его койка. Все хорошо. Может, как-то перезайти в игру. Может, тогда она будет работать. Ну, посмотрим уже. Потому что приглашать семью тоже как-то как бы хаться, хаться. А если мы читнем, допустим, добавить семью, он такой, я буду спать здесь, а мы теперь такие, хопа, и все. Дать вторсырье. Детали. Фига. Ладно. Допустим, это было его пожертвование. Я просто попробовала, как это работает. Кстати, вот он искусный мастер. Он очень прям хочет им быть. С холодным чаем ходит. Вот это вот наш мен. Господи, какой пафос. Ёшки-матрёшки. Ты еще вообще кольца спускаешь. Модный, да?
Простите, девочки, это отвал всего. Абсолютно всего, что у вас есть. Понять бы еще, конечно, почему реснички там багуют, с чем они связаны. Итак, сойдет. Пока эта жопа там употребляет всякие дымящие вещества, мы просто души не чаем своей новой кошки. Ору. Просто, господи, боже мой, моды слайдеры на рост — это нечто. Айви тоже умирает, такая, хватит, ну можно я отпущу, пожалуйста, пожалуйста, это зараза сейчас мне все глаза выцарапает, он одного уже нет, да, шучу, есть. Так, ну вроде Айвс и не такая уж и высокая, но почему-то держит эту заразу именно вот так, я не знаю, если у вас такое было, пожалуйста, отпишите, не знаю, может быть, ой, да заройся в ней полностью. Давай восстановим вас обеих. Не знаю, погладим ее так с пола, потому что это как-то стрёмно смотрится. Возможно, это из-за одежды. Кстати, давайте переоденемся, попробуем еще раз. У меня столько багов, просто не серия, а какой-то баг на баге. Так, я хочу... Что я хочу? Давай вот такую обычную... Ух ты, аж мне аж залагала. Обычную одежду. Давай похвалим ее за то, что она такая прекрасная, хотя бы и заявила желание прийти сюда. О, смотрите, как вырубили электроэнергию, так все начало идти ну, нормально здесь, в плюс хотя бы. Вот по воде у нас плохо, нам бы пойти куда-нибудь ее набрать, вообще было бы прекрасно. Смотрите, что творится. Смотрите просто, какая вакханалия здесь происходит. Так. Эту маленькую жопу зовут Тень. Она просто всегда где-то на разных объектах кроется. О, класс. Дали вкусняшку, теперь мы друзья. Вообще красота. Дайте кошачью мяту. Давай не будем. Я не знаю, она у меня типа есть. Мы можем ее спокойно как-то... Давай обнимем, давай посмотрим, как это смотрится в этой одежде. Может, это все проблема была на... Давай побалуем на... О, нормально, это все было с одеждой, да? Ух ты, моя булочка, прям через сисечки проваливаешься. Ну ладно, не проваливайся. Давайте еще, я хочу тебя баловать на диване. Она у нас постоянно любит пропадать на других участках, и это типа нормально. А, ты вот сюда, да? То есть не дома она уютно. А здесь хорошо. Где наш Чингуки-мен ушел? Все-таки ушел. Не помогла я ему с выбором кровати, к сожалению. Не сработало оно. Значит, что, придется его добавлять к нам в семью? Зато смотрите, наш фруктон. Да, это же фруктонское дерево. Так, подожди, какая физкультура? Ни-ни, нам нужно включить. Вот, да, фруктоновое дерево. Зашибись. Давайте пока просто повайбуем и эту серию проведем в компании с маленькой булочкой. Посмотри, какой у неё ролл похожий, я вообще все усики. Че ты так измазюкалась, а? Не знаю, отстань меня, гладь меня, человек. Господи, как там? Гладь меня, кожаный мешок, гладь. Да, за ушком лучше, вот, да-да-да. Что мне было приятненько. Да-да. Интересно, как будет? У меня есть мод. А, господи, это страшно, женщина! Что происходит? Что ты тут? О, вот это просто. Не, со стороны Айз это более умилительно смотрится. О, еще так ушки подворачиваются. Короче, это какая-то дикая порода. И поскольку Айз наша любит всяких диких животных, то да... Вот оно, одно из таких, как бы надеемся, что не Франкенштейн. Поэтому у нас есть вот такое вот логово, где наша маленькая кися может ухаживать за собой и, в принципе, спать. И как бы нафиг ей не нужно быть избалованной Айвс. Она сама по себе здесь хозяин. И
раз уж мы здесь решили распрощаться с тобой, то вот здесь у нее есть водичка. Здесь она может попить водичку прям, ну, real mod на водичку. То есть как бы она наливает себе водичку. Давай мы, наверное, сделаем пробежечку утреннюю. У нас почти утро. Да. Бодрая пробежка. Давай. Ой, как обожаю я вот эту камеру, просто не могу. Люблю я вот так вот побегать, знаете ли, что-то пообсуждать. Вот меня бесит эта линия, вот здесь снимала кастет, ну вот what the fuck, как это понимаете, разрабы? Что это такое? Поскольку у нас еще нормальное, не идеальное, конечно же, в воздухе витает атмосфера, климат, короче, все у нас плохо. Мы с вами наматываем круги вокруг дома. Боже, смотрите, это хмари. Это облачко там такие красивые, вау. Как будто клуб дыма. Как будто там что-то взорвалось, знаете, и все, нам пипец. Это клубы дыма, все, мы все умрем. Что ж тебя так это со стороны в сторону кидает? Короче, нам сейчас главное до утра попытаться добить и найти какую-то запчасть из того стула, который мы вытянули из мусорки, порыться еще раз в мусорке, и потом еще нам надо будет сделать всякие дела по дому. Короче, прям дом один. Ай, какое красивое дерево. Надо подружиться с этими ребятами, они вообще себе классно отхапали кусок возле бывшего ЖД вокзала. Вокзала? Что это такое? И там классно себе живут, поживают, не то что вот это мы, понимаете ли. Так, что ты там, почти закончила? У нас рассвет. О, смотрите, вот это выросло, обалдеть. То вот этот малыш не вырос. Эх, маленький ты мой, ты должен расти. А что? Ну все? Оно живое. Я хочу тебя покормить. Мы тебя переименуем на Фрэнки. Ага. Ах ты шинобода. Фрэнки. Мой малыш Фрэнки, ты вырос. Наконец-то сейчас тебе Айвс покормит. Ты же, надеюсь, голодный. Давай. Просто моя булочка. Что, не голодный? Ну да, ты только вырос, куда тебя? Давай мы поиграем с тобой. Поласкуем. Еще раз попробуем. Хотя не будем мы тебя кормить, раз ты с первого раза отказался. Ну и фиг с тобой. Ай, смотрите какой. Если кто видел Харли Квинн 2019 года сериал, я же вроде не ошибаюсь, опять забываюсь. В любом случае, там есть у нее большое растение, которое она любит, чтобы оно говорило с ним, как бы скучно одной живется на сей планете. Чунгуки нас бросает, все, вот смотрите, какую громадину отстроили, и придется его приглашать таки в семью, наверное, что скажете? Напишите, пожалуйста, я хочу, чтобы ты, давай, играй и поласкай. А то ему тоже скучно, знаете ли, вот здесь было одному расти среди неговорящих растений. А так хотя бы одно будет. О, сегодня вечер в городе, так что, может, как-то как раз так и выберемся. Слушайте, позовем нашего ухажера. Не этого. Вот этого вот, Паула. И там его захомутаем, потому что как бы часики тикают. Теплое чувство. Балуя питомца, ведь чувствует себя довольно хорошо. Короче, нам-то хорошо-хорошо. Но у нас все спазмы, не отпускают нас. У лохматые ощущения. Обедя с питомцами имеет лечебный эффект. Может, из-за того, что вы зарываетесь в шерсть всем лицом. Какая прелесть, я аж охрипла. 4 дня, ребята, 4 дня. Голосуем. Так, пишите в комментариях, Паула или все-таки, может быть, Чонгуки. Но как-то он подросток очень-очень нерискованный. Что скажут его родители, если вдруг об этом вообще узнают? Так, я хочу продать. Не, давай продадим все. Нам нужны деньги. У нас немножко отминусовались деньги, но не переживайте. Она положила в сейф 10 штук, так что напоминайте мне, если что. Нам нужен Чунгуки. Нам нужен наш отряд убиральщиков. Давайте еще Паула пригласим.
Ну фиг ли, так, подожди. Ва. Паула пригласим, будем его заставлять арбайтен. Все, давай, иди продавай, и будем мы с тобой перерабатывать стул. Сервадородский стул. Все. А ты думаю, почему так странно? Действие есть, как будто он вырос. А вот нету его такого. И почему он так как-то внезапно вырос? Как бы мы здесь все стройкой занимались, носили с этими контейнерами, искали новые мебели. Кстати, нам нужны мебели поискать вот здесь. Давай вот так вот. Да, давай не будем болтать. Да, делом иди занимайся. Вот, смотри. Нам надо что-то чинить. Нет, нам ничего не надо чинить. Замечательно. Иди тогда убирай. Конечно, вот эти мусорные растения, может быть, их убрать? Что скажете? Опять моя любимая Айвс, которая чепушится. Одни только ноги, смотрите, стерчат. Сока новых слов украинских все не узнаете. Ну да, трава. Трава просто все не мешает. Ох, моя маленькая жопа. Вот она вся такая дикая, понимаете ли. И вообще не угодишь никуда. Я хочу здесь умыться. Вот, а мне насрать, что ты мне скажешь. Я спецом буду вот такой наглой мордой. Буду драть все и мешать жить. Да? Познакомьтесь. Так, Пауло, отстань. На тебя еще будет весь вечер. Обещаю. Так, давайте сюда. Пошли перерабатывать стула. Побежал. Все. Что у нас там Чингуки? Чингуки опять занимается уборкой. Замечательно. А новый наш член этого сообщества нет. Чичевой, простите. А виноват объект. Переносный компьютер. Знаете что? А перенесем-ка мы его вот сюда. Как раз я говорила, что у нас не хватает здесь переносного компа. Да, будем улучшать электроэнергию, чтобы им, возможно, было хотя бы пользоваться. Я надеюсь, нам ребята починят это все дело, потому что не зря же они здесь ходят. Ой, как стало темно и страшно. Что у нас там получилось? Опять какая-то фигня. Так, ну хорошо. Я нуждаюсь в детали. Я хочу деталь для улучшения. Ребята, расскажите, как вы это делаете? Для улучшения. А давай вот так вот попробуем. У нас же есть одна деталь. Я понимаю, что мы должны копаться в мусоре, но где его-то взять? Если его нет, мы еще можем поискать мебель и декор. Ой, замечательно. Так, Айвс, давай, поднапряги булочки свои. Я делаю последнее действие. Ну, просрали мы, короче, наш улучшитель. Очень даже обидненько. Ну что, мы будем пока поливать, ухаживать за садом и заниматься уборкой. Я где-то видела, здесь вроде бы у нее есть... Да. Ну да, давай работать из дома. Что, в принципе, у нас здесь все хорошо. Вторичное сырье. И почекай доску общественного мнения. Давайте... О, господи. Просто Чингуки лучше. Паула вообще сосет. Согласны? Обожаю. Просто вот этот домашний геймплей, он вообще шикарно такой смотрит на нее, такая, молодец, молодец. Хороший парень. Господи, аж прыщи схватил из-за этих уборок, этой пыли, этой вони, этого всего, просто вообще бедняга. А мы среди вот этих милых колокольчиков закончим наш... Да что ж такое, опять нам надо менять тампон, это вообще воняет. Ох, как я ее понимаю, как я ее понимаю. Ну что, ребятки, большое спасибо вам за просмотр, за ваши лайки, за комментарии. Обязательно пишите, что будем делать со свадебкой, псевдо-свадебкой, чтобы получить денежки. Кто вообще пробовал это все делать? И как мне починить соседство, чтобы Чингуки здесь наконец-то жил? Как-то не хочется им управлять. Интересно, что будет, если
Он сам будет вот так вот приходить, знаете, там заваливаться посреди ночи и такой: «Леа, я тебе не буду мешать, я сразу в свой контейнер, в суберлогу полезу и буду там, короче, отсыпаться от тусовок». А может быть, даже и, наверное, пригласим его в семью, чтобы играть за него, да, и раскрывать больше его линию. А то он здесь только бегает и чинит все. И в пинг-понг поиграем-то, наконец-то. Короче, да, очень много планов еще. У нас вечер сегодня, надо платье подобрать. Господи, ты чё? Все. До следующей серии. Обнимашки, целовашки.